Добрый день, сегодня хочу вам показать рестайлинговую систему мультимедиа на Range Rover 405. Снято это с машины 2019 года. Что здесь вообще представлено? Блок управления развлекательной системы стоит под водительским сиденьем. В рестайлинге он абсолютно свой. Блок управления климат-контролем, сенсорный, так сказать, нижний монитор, как его часто еще называют. И верхний монитор, чуть больше 10 дюймов, 10,2, если быть точнее. Слышал, несколько человек сейчас работают над внедрением этого комплекта в дорестовые автомобили. Вроде бы, как говорят, еще приборка обязательно меняется, ставится с рестайлинга. У нас таких комплектов, ну, соберем штук 5, а то и 7. Были спорты рестайлинговые, 405, Discovery 5. Вот, в наличии такой есть. Если кто-то также хочет попробовать себе установить, пишите, звоните. Если кто-то уже сделал, то будем признательны, если скинете ссылку на ваш драйв, YouTube или там Instagram. В общем, всегда рады к новым знакомствам. Тем более, если это грамотные электрики по марке, по этой, либо по BMW, по Mercedes. Напишите ваши контакты. Может быть, что-нибудь придумаем, какой-нибудь тип сотрудничества. Все, по вопросам приобретения пишите, звоните. Телефоны укажу на сайте. Внизу в описании также будет ссылка на наш сайт.